пришествие в мир Спасителя, Господа Иисуса Христа, который ведь действительно спас мир. Но если внимательно присмотреться к тому, чем сопровождалось пришествие в мир Спасителя, каковы его последствия, то можно понять, Бог никого не спасает силой. Бог никого не принуждает быть спасенными. Бог предлагает людям совершенно потрясающую альтернативу жизненного пути. И те, кто проникается в суть божественного учения, кто сознает, насколько велика эта альтернатива, насколько она обеспечивает подлинное человеческое счастье, вот эти люди и вступают на правильный путь. А те, кто не видят, не слышат, не понимают, они пропускают возможность быть с Богом, а значит и обрести спасение. И ведь не только в загробной жизни, а и в загробной жизни, и в этой жизни. Потому что спасение начинается уже здесь, на земле. Господь, к которому мы обращаемся с молитвами, Он вместе с нами, ангел-хранитель, по правое плечо стоит и помогает спастись от тяжелейших жизненных обстоятельств, ограждает от совершения ошибок, а иногда даже удерживает человека и от преступлений.